Привет всем. С вами Пантера. Снова катаем рейтинг. Есть у меня мысль тут на 5000 на РПТ еще подсесть. Но для этого надо потренькаться. Вспомнить, что к чему. Ну, в идеале, конечно, нужно разобрать просто записи и игр с хорошими игроками. Попробовать там, ну, вот то, что Лип там у себя на канале недавно выкладывал. Такую страту старта. Я вот не сомневаюсь, что, ну, старт может, в принципе, любой игрок среднего уровня повторить, ну, после пары тренировок. Я думаю, это не проблема, там быстро построить дип, 2 ГЦ, нужные обмены там сделать. А, но проблема-то в другом. А что дальше делать, как выигрывать? Вот основное это, что будет. И, возможно, вот этот быстрый билд и деление для этой цели крестьян на несколько групп, переобъединение там и так далее, чтобы все быстро строилось. Возможно, это даст какой-то буст. Не знаю. Я пока по своему скиллу не вижу, что это реально какую-то поддержку мне даст. Там я смогу выносить ситуацию. Ну, посмотрим. Надо просто попробовать. Вот, вот такая идея есть у меня. Попробовать. Вариант, который Липтон предложил. Ну, еще я там записал тоже пару игр с хорошими игроками. Все хочу разобрать, посмотреть. Их развитие, да, я даже как-то зашел спектатором в комнату, где прям топы-топы все собрались. И они между собой 4 на 4 играли. 5000 на РПТ как раз. И поэтому у меня получается сразу в одной игре огромное количество стратегий, ну, разных вариантов развития топ игроков. Поэтому эту игру я сохранил, и очень она мне важна, как бы, ну, есть в плане этого, этой опции посмотреть. А сегодня вернулся, смотрю, Росанёк в казаки. Это для меня большая радость тоже. Очень люблю, как этот игрок играет, смотреть. Так что, Саня, если тоже смотришь мой видосик, я тебе привет передаю. Большой твой поклонник. Молодец, что иногда поигрываешь. Вот. Просто интересно смотреть. Ну, вот, у тебя всегда такой агрессивный боевой стиль игры. Ну, вот, немногие игроки такой стиль демонстрируют. Если я больше от дефа всегда действую, то у тебя, конечно, полная нацеленность на атаку. То есть, если сравнивать там с хоккеем или футболом, то ты стопроцентный нападающий. Поэтому, конечно, вот сейчас они в комнате у Конда, наверное, скорее всего. Во всяком случае, Конд там с ним активно участвовал. Так что тем временем у нас набралось 4 игрока. Сейчас нас запустят, наверное. Так, сколько у нас очков? Все, мы рвемся в топ. Завтра к обеду мы должны быть уже на 60-м месте. Послезавтра на 42-м. И на Новый год мы занимаем первое место с вами. Все, вот такой план. Так что не переключайтесь. Сейчас точно вынесем всех. Что-то не соединяется, правда. Сложно зарабатывать очки, когда нет игр. Так, слегка так. Пока я не понял, что с этим делать.
Ну вот. Пошла загрузочка. Тут картинки всякие. Перезагрузки. Рендершир. Да. Сложно себе представить, как мужики таскали это оружие раньше. Ну, допустим, я предположу, что на повозках все это везли, и они, естественно, в доспехах-то не шли к полю боя. А так передвигались в легком, скорее всего, каком-то обмундировании. И перед битвой только полностью слуги их снаряжали. Но просто сам факт, что обмундирование это 20-30 килограмм весело все вместе. Ну, то до шира, по-моему, так было. И а битва могла идти там, не знаю, часа три вы ждете, пока войска сблизятся, и потом еще часов шесть идет рубка, допустим, часов 6-8. То есть, представьте, 30 килограмм вам нужно таскать там часов 10-11 в день. Это просто какая-то жесть, мне кажется. Ну, просто возьмите мешочек с песком на стройке, 25 килограмм, потаскайте. Чтобы понять, о чем я говорю. Поэтому и нынешняя молодежь, посмотришь. Мне кажется, некоторые даже копье не подымут. Разукрашенные мальчики эти с розовыми волосами и штанами как обосравшись ходят. Смотришь на них, господи. И это будущие мужики. Даже как-то на таких детей страшно смотреть. Ну, единственное, на что надежда, что когда повзрослеют, у них этот дурь из головы выйдет, у них там идет какой-то этап становления личности. Так что не знаю. Ну, это как обычно. Борьба поколений. Недопонимание в силу разницы в возрасте. Ему это будет присутствовать всегда, абсолютно. Так что не будем расстраиваться. Мы играем задание. Конечно же, если дание, то у нас один только вариант. Дичи за эту нацию. Вы же знаете, что это будет 100%. Это будет век. Не самое мудрое решение, глядя на мини-карту, могу я вам сказать, но иначе нельзя. Потому что шоу никто не отменял. Так, нам тем временем надо опузить обмен, иначе мы сейчас сдохнем от голода. Вообще мы не очень хорошо стартанули в плане века. Так-то я вам скажу по секрету. Тут шахты качать моментом и все такое. Мы только-только тут встаем. Так, нашлась четвертая шахта тут у нас на уровне перед холмиком. Ну, союзник очень классный, как раз для века подходит шикарно. Думаю, нам просто фартит сегодня с этим делом.
Ну, судя по очкам, там и соперники такие, что... Шибко-то. Но это все обманчиво, на самом деле. Я много раз сталкивался с этим. Очки могут быть обманчивы. Не стоит им верить так уж сильно. Так, что мне надо? Надо этого креста сначала завести, и потом еще 4 туда. Большую черную пятну посередине осталось. Так, и... Не могу я сказать, что происходит, почему... Почему у меня 26 крестьян золотых шахтов, это очень странно. Ну, можно начать дерево добывать так-то. Так, где его только добывать? Давайте здесь, наверное, внизу. Максимум сейвовое место. А что, кстати, я в шахту-то отправил, что я не запомнил этот момент. И второй. Так, как известно, для века надо две угольных, две железных. Как-то так получается, по моим подсчетам. Вот. И надо 20 тысяч еды как-никак нарыть. Соответственно, еду надо бы вкачать. Потому что 20 тысяч тоже как бы на дороге не валяется. Пойдем мы сходим в разведку. Конечно же. Что по войскам? Пика и эти. Ну, ну, в принципе, что. Главное, что он там живет, изображает активность. Это все, что нам нужно, по большому счету, на данном этапе. Соперники озадачены. Они пока не знают, как им лучше действовать. Так, не заметил я. Я что-то успел разведать или нет? Никто не скажет. Или еще не дошли мушкетеры туда. Так, есть еда фул, кроме прочности полей. Не хватает 5 дерева нам. Медницу. Так, все, какие-никакие юниты пошли поддержки. Нет, разведка только идет. Ну, охрана тут стоит как бы. Мушкетерская. И тут. Попробуем, как Элли в стране чудес между двумя камнями. Она же прошла. На равном расстоянии. Но мне не повезло. Мы же не в сказке, да, я забыл. Бывает. Так, а зачем я века, конечно, заложил? Я же хотел век пойти. Так, что у нас для века? Так, ладно, сейчас разберемся. Случайно, извините, ушел в конюшне. Ну, это... А, это не конюшня? Ой, а что я построил-то? Нет, одно конюшня, одно рыбаку. Ладно, тогда не так страшно. Похожие здания такие. Почти что нет разницы для нас. Конечно, для РДП. Так, мой товарищ что-то понимает. Строить стенки там. Так что я вполне доволен. Ну вот. А что я в любом случае заказываю? И. Айрон есть, все. Пошел век. В одной шахте я точно качну, чтобы мне не говорили. Так, зеленые тоже что-то понимают. Да.
Соперники-то непросты, так сказать. 350, 200, да, вот с айроном. Нам не повезло сегодня, да? Ладно. А хочется мешочки делать. Видите, айрона нет. Ладно, мы сейчас наладим производство. Надо бы охрану поставить, потому что в прошлой точке там бегали всякие коняшки по тылам. Я тут так прям автомобиль классно стоит. Один забег и минус коммуникация. Ну все, мешки взяты, мы в веке, но ничего нет. Как бы вот такой, такой вариант. Если вам нравится, то тоже играйте в век задания. Вполне себе такой вариантик. Вот. Две конюшни пока у нас. Шахты не качаны. Мы так сделаем разменную монету 20 тысяч еды. Будем прокачивать шахты угольные в первую очередь. Так, а что я тут уже вроде скачал? И тут скачал. Так, а что мне строить-то? Давайте драгов. Нет, эти слишком дорогие, да? Сечей тогда этих. Мы еще можем вот этот уголь качать. Раз. Домики опять же заканчиваются. Это очень плохо. Почему-то никто не строит стенку, либо я одного только посла, либо... Так, и что у нас? Вот ПТ закончилось. Ну так себе армия. Выдвинем ее на позицию. 35-35, в принципе, норм, но... Да, все, сейчас 40 будет в игре. Надеюсь, он не нападет. О, он еще неплохо так развился, кстати. Ну, сделаем мячик тогда. Вместо скорострела. Так уж совсем по фэншую. Армию выведем за ворота. Так, ну только без вот этих. На единичку взять ее. Сиреневый даже не думает нападать, поэтому мы можем сами напасть, как бы, с хорошей формы. Так, а что нам нужно для того, чтобы напасть? Надо бы... Давай возьмем скорострел. Ой, я опять забыл. Ой, сори. Опять забыл качаться. Конечно, это третью надо, конечно, поставить. Верную силу. Так, кто у нас есть? Эти и вот эти товарищи, ну. Что у нас тут? Три, в принципе, там стандарт. Думаю, сейчас зеленый вынесет своего, но нет, ну не ударим просто. Но нам-то тоже не надо лошадь. Так это называем. Поэтому мы продолжаем качаться и не забываем строить домики и гусар. Так, я все-таки пока нет, нет камней. Попробуем тут на шахты встать. Я не всеми нападаю еще, это может сыграть со мной сейчас злую шутку. Но есть у меня такой план интересный. Попробую взять скорострел, что мне не хватает, да, меня. Ну, не успеваю я сначала сражение брать.
хорошо делает, иди. Особенно в атаке. Попробуем полечить. Попробуем взять еще апчики. Так, тут все уничтожим. Вот, выведем. 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 Ну все, этих добавляем в бой. Этих тоже. Этим сюда, 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 сюда. Зеленый не предпринимает пока никаких действий. А почему не хватает камня-то все время? Что ж такое? Может, я не добываю его? Надо включить добычу камня. Красный пошел. Пошел. И в принципе он довольно успешен. В целом вообще. Так, у меня, собственно говоря. Ладно, давай. Атакуем пушками все-таки. Что такое? А, это РДПО, господи. Нет. Надо срочно возвращать этих на базу, да? А кто это? Угу. Так, на базе у меня хоть кто-то есть же, да? Давай мы таких поставим. На входе для приемки гостей. Я не помню, я строю хоть что-то, нет? Опыта нет. Откуда нет. Отходите. Так, 5 пушек надо вот это домой забрать. Давай этим ворота сделаем красным. Бежит он, нет? Не знаю, это посмотрим сейчас. Гоу. Не. Так, что у меня есть? Скорострел есть? На две козы века я заложил, видимо. Так. Так, тут мы сделаем закрыть. Ну, в принципе, почему мне две коняшки тут? Давай, давай, и мы поскочим туда. Вовремя тут мне лимит практически забился. И построилась казарма как раз. К обеду, так сказать. Ну что играет? Ой, артиллерия, это сколько у меня? Ничего себе, молодец. Только надо бы их очищать хоть чуть-чуть. Потихонечку, да? Ваши тем зеки. Так, тут мы немножечко угрозы должны ликвидировать. Где ты? Что такое гаубиц какой-то? Так, сюда сбегаем. Не очень я играю в этих коней, я сразу предупреждаю. Слишком они для меня
Несущиеся юниты. Ой, сколько у меня еды, боже, что мне. Давайте как-то это правильно. Почему ушло куда-то все? Дерево. Так, господи, что-то где-то можно поставить. Так, я надо артиллерию догонять, там у меня что-то столько артиллерии, не знаю. А что тут незаконная добыча идет ресурсов у нас? Так, это сюда. А, и надо этот мушкеты, да, делать, чтобы дешевле были мушкетики. Нам бы надо наш лимит боевой прокачать. Посмотрим сюда. Попробуем его порезать немножечко. Так, у нас что-то построилось где-то. Я строю мушкетер пока. Не знаю, это правильно или нет. Я думаю, надо именно золото это менять. Эй, ну не прикрыто тут, ничего себе. Так мы же можем тут погулять тогда. Да, погибло много, я согласен с тобой. Попробуем тут пошарить. Так, ну надо вот так вот как-то, да? Сейчас прикроем этих вот. Ну, цель вообще вот этих крестов порезать по-хорошему. И в итоге они порезали меня. Так, что вынесли на три шахты? Ну, так все слабовато. Давай еще попробуем сюда вот заскочить. Еще одну шахту вырезать. Так, что мы еще можем сделать? Надо бы дерево добыть, поставить еще конюшу. Да? Так, скачет, 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 скачет. Нет. Так, вот это зеленое. Такое может быть успех вот. Да? И вот еще вот это нужно же. Нужно домики здесь. Так, тут никак, потому что. Ой, каза, 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 не успеваю. Может, кто-то много? Отлично, молодцы. Ребятки, молодцы. Сюда. Ну что это точно? Это было бы нагло. Хорошо, порезали мы его. Так, я думаю, что мы можем еду качнуть. Сделать еще одну казарму. Так, эти две, да, две. Так, он, похоже, это что, разозлился, да? Да ладно, ну что-то, ну чуть-чуть поредем. Вообще начинаются вот эти кровные мести. Так, этих мы забиндим на единичку. Этих на двоечку. Ой, а что это эти-то?
Воскресенье. Так, так, это двоечка. Это троечка. Давай сюда давай. Так, опачки. Опачки. Так, что тут есть у нас что-то, нет? Троечка. Вот такую, может, как-то чувствую. Сорвемся. У меня все кресты что-то ушли. Вот это я лопухнул, сообразил. Так. А где, откуда они ушли-то? Ничего, я не понял, как это получилось. Ну ладно. Сто пятьдесят сюда. Так, эти сжигаем арты. Ну, вообще тут. У нас тут есть сжигаемый шаг, на всякий случай. Ничего врагу не оставляем. Не успеем. Так, пика, я не знаю, почему 57? Я же 150 отправляю, это раз. Так, это тоже что-то. Не доехали до дома, да? Так, отходим. Сейчас эти подойдут сверху. Вот такой. Так, ну что тут раз? Тут что надо? 20 тысяч золота. Ой. Нет ценник у вас. Ничего. Так, все, ликвидирована угроза. Красный тут тоже кошмарит. В меру сил. Ну, попробуем поставить, наверное, конечно, еще. Можно же, наверное, можно. Четвертый. 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 И докачать стрелков я все хотел. Никак не получалось. Так. Что я не мало золота как-то стало резко. Он разозлился, зелененький-то. Ладно, мы тогда сюда приведем. Мы пробежимся тут, конечно. Пара камешков. По этой стеночке. Не получилось, но нормально. О, смотрите, пацаны, тут же нужно заскочить нормально на картечь. Вот, мы прекрасно заскочили. Арту уничтожили. Ладно, что мы еще можем сделать?
Теперь ДП, друзья. Нужно еще прокачать золото какое-то. Поля уже просто съедены. Уже еще конюшню положить одну. Так, угу. Ну, поля, что с полями делать? Надо поля. Так, он идет. И не убивать. Мне это не нравится. Там у меня ручеек, давайте в атаку пойдем. Так, ладно. Тут к нам забежал кто-то, да? Не заметил я. Что мне делать? Развиваться, да? В принципе. Нужно точно снести, чего уже стыдно. А еще внизу, отлично. Еще один. Готовимся. Короче, я думаю, надо качать мук тогда. Ну, топчик. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Что он будет захоровать? Блин. Мне не хватает живых мест очень сильно. Так, давай вот этих возьмем. Товарищи. Так, так. Это будет у меня армия R3. Открою. Так, а это будет R2. Открою. Так, ну буксера, понятно, это само по себе подразделение.
Можно попробовать взять все гусар. 215 их человек. Нормально уже накопилось. Так, а чё красный-то? Красный нормально играет. Попробуем проатаковать этот маленький отряд гусарами. Так, смотрим, что там следующая конюшня. 38-160. Ну, в принципе, я решаю. Так-то. Так, надо на камушек народ переселить. Ну, купим. Угу. Так, и сюда вот у нас будет четвертый отряд. Надо бы его подлечить, конечно. Бойцы надо поставить. Вот тебе и жилые места. Занимается. Так, четвертый отряд. Четвертый отряд вырезать крестьян. Вырезать сечь. Так, занять тут шахту. И сюда еще заскочить. Где у нас центр города? Крестьяне не сделали. Попалась мне пика, если не качан, может, кстати, и ляжет, то пика в любом случае. Так, пика он пройдет. Ну, кое-что даже захватили. Смотри, держится гусар, офигеть. Так, и справа уничтожим. А что тут дыра была? Мы просто зашли что-то, да? Так, ну камень весь на дерево кидаем. Немножко ебуты даже. Посмотрим, что с конюшней. Так, 38 тысяч. Не хватает золота. Куда оно ушло? Ну, у нас, честно говоря, мы издеваемся уже. Над соперником. Если честно, не быть. Так, сколько гусар? Опять 127. Давайте. Поскакали. Еще больше производства гусар выросло. Красный там себе базу основал фиолетового. В общем, это нормально так.
походу. Нравится, отходим. Лишние жертвы не нужны. Шахту уничтожена. Больше мне читать не приходится. Теперь цель крестьяне серийные. Уничтожаем тут забор. Идем сюда. Надо разрушить экономику. Он же живет за счет дерева. Да. И за шахту. Так, тут что-то еще попалось, наверное. Челлендж убить только гусарами. Ну, еще сейчас потом в следующей партии, да? Эти 120 человек. Так, между тем, мы делаем так. 326. Почему золото тогда? Жилых мест уже. Это есть 400 мышей. Давай сюда отправим. 4. Все кончились. Кончились. Связи? Да. Получили. Кстати, нет мест. Да, тут чистый слив гусар был, конечно. Так-то от меня. Так, тут сейчас просто чисто ради живых мест заход. Вот, не обращайте внимания. Ну что, наверное, нужно их объединять. Всех. И прямо тут ставить. Это приплюсь, три гусара. Захватить шахту похоронную. Да, отлично. Отлично.
Можем ли мы что-то построить еще? О, нам еще газу нужно. Отлично. Шахточку. Шахточку. Не помню, да, РДП. Так, тут что? Идут рандаширы у нас на ходас. Тут закончились поля. Вот. Рандашир справились с задачей. Надо отвлечь, отвлечем. Так, бахаем по шахте, второй шахте и по домику. Так, испан то чего не играю, да, все. Кроме рты пленничка пошли. Так, и сейчас они подойдут и разблизятся до силы выстрела. Пойдут мусора. Ну вот мы тут ничего не можем сделать. Да, тут, конечно, это, наверное, положил нормально. Форум вертушки. Не смог я чисто этим вынести. Зеленый все-таки молодец. Такие зеленые молодец был. Да? 800 мушкетеров. Тут вообще не по параметру. Ну все тут. Гэби. Радмар Тити. Поблагодарим за хорошую игру. Ну, тут... Было издевательство на самом деле над детьми. Хотя вот что, в начале игры-то. Не, в принципе, он изначально был один, да? Так что. Просто у него развитие прекратилось, он шел вполне хорошо. Почему он потом стал вздыхать? Ну, перестал развиваться. И вот даже здесь он вроде бы выровнялся, когда бесполезно стали это атаки. И лимит на все левые никак не решал проблему долго. Ладно, всем спасибо за просмотр. Не переключайтесь.